Однако, здравствуйте, дорогие друзья. С вами, как всегда, я, Эвушка. Блин, там что, бизнес был по госке? Стоп, блять. А, фиг там. А, кто-то еще пишет. Смотрим, та, с наступающим годом. Короче, здорово-здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, мы продолжаем играть на сервере Смотрим, та. Я еще жив, как видите. Решил записать вам видос, вот такое краткое обновление. Сейчас тогда только звук скручу, и надеюсь, у меня звук все там норм. Вот. Короче, уже 31 декабря, завтра 2020 год. Желаю вам там всего-всего хорошего, там миллионы нас смотреть, т.д. и т.п. Если вы смотрите, конечно же, ну а мне лайкосов. Короче, добавили, смотрю, обновление сегодня, хотел сказать утром, где-то час назад, это что, в 4? А каких час назад? 4:40 добавили. Добавили новые тачки, типа Е30, блять. А чё они тут стоят все? Кто-то, походу, скупает. Надо мне, короче, тоже, пацаны, скупить. Убрали СВА. Заебись. Е30 стоило... 100 штук было. Я думал, их скупят, но не так быстро. Называется, я только заходил на сервер 20 минут. И их уже скупили. По 5 лимонов. Я не знаю, поскольку их будут продавать. Лимонов, наверное, сейчас по 8. А вот ксо. Ну, короче, давайте сделаем мелкий обзор. Можно мне вот эту беленькую? Это кто скупил? Кирма. Вот, спасибо. Короче, ясно. Просто ясно, понятно. Скупили все Е30. Офигеть. Ганджа, ну, короче, перекупы задолбали. О, новый Rolls. Привет, вор, здорово, блин, это еще мой подписчик старый. Самый прикол в том, что с вас стоило 14 миллионов, давайте сразу, да. С вас стоило сразу 14 миллионов, на одной кофе мне вернули 8400, вот это уже вопросик назревает. Так, не, ну и 30 ноль штук, это, ну прям, ну такое. Короче, про обновление видоса я так и ничего не сказал. Добавили новые работы. Работы пожарника, работы этого больницы, в главной больнице там работать, не помню, в ЛС главной больнице, наверное. Или в СФ все-таки. Ох, и матом людей. Это что такое? Значок какой-то новый. Да, все-таки в ЛС. Добавили две новые работы, оптимизировали, добавили что-то, по идее, как бы улучшили. Типа написали, что мы улучшили там, короче, всякие баги, короче, поисправляли. Добавили кули, этот Rolls, джип, кули, как-то там, не помню, как кулиниан или как. Ну, короче, извиняюсь, может, я неправильно что-то говорю. Но, что-то, да, Rolls добавили, добавили M8 Competition, короче, M8 обычный, только Competition, понял? Да, и можно сказать, все по таким тачкам добавили. Убрали, что убрали? А, RX-7 еще добавили, кстати, надо сейчас поехать затестить и купить одну RX-7, у нас как раз есть два места. Насчет Е30, блин, а по 5 миллионов, я бы хотел ее купить, но только то, что она, вернее, ее раскупили, вот это прям, ну, такое. Ну, что-то бизнесом ничего нету. Это тоже прям, ну, такое. Короче, давайте, я уже, продам Е30, цена 30 миллионов. Не, ну, пацаны, просто не покупайте, пожалуйста, Е30. Они потом в цене падут. Просто за 30 лямов Е30 покупать. У Ганджи, который перекуп, у которого просто за лимон там имущество, и который просто набарыжил своими бизнесами т.д. и т.п. Я не советую. Я даже не сам не буду покупать. А когда они будут плюс-минус 5 лимонов, тогда уже возьму. Но просто брать у каких-то перекупов я не собираюсь. А давайте пока что мы купим RX-7, что ли. Ну а что, что нам терять? Так, Supra 10 стоит. Сильвия. Два джипа. А, джипы на низ перенесли, лол. А что наверху тогда? Sky перенесли наверх. Laurel, Altezza, RX-7. 0 штук в наличии, лям 400. Я понял. Это что, все сговорились или что? ГТР. Ясно. Короче, поехали, мы потестим работы. А, огнетушитель, кстати. О, нифига себе. А где этот блокпост? А, вон, в СФ. Так что давайте, пацаны, поедем, короче, посмотрим именно работу пожарника. Там надо, не помню какой. Вроде на пожарника надо 10-й левел, а на
работу в больницу, надо 5 левел, и там они что-то с рангами как-то повышаются, не повышаются. Давайте, о, ничего себе, командик тут. Зайдем, поработаем, устроиться на работу. Так, устраиваемся. Все транспортные средства выданы, вам успешную карьеру пожарника станции, вам доступна панель F6, транспорт заведен. Так, нажимаем F6, получить актуальную информацию о пожарах. Все, министерство отправило вам координаты текущих пожаров, проверьте ваши радары, очаги пожаров, отмеченные иконками огня. Вон вижу, о, ема, сколько пожаров. Если вы приедете на пожар, его потушили, запросите инфу заново. А, тут еще, я понял. 3 предупреждения за смену, устранено пожаров 0, устранено очагов 0, баки воды 527 литров. Хм. Интересно, где эти пожары? А, вон. Все, как раз, пацаны, мы поедем и на гору, и посмотрим, может, бизнесы слетели. Ямана боком дает, да, КамАЗ? Че, на Леги заменили или что? Или это дрифт на КамАЗе? Интересно, если я сейчас нажму Ctrl, ага, вода, фихтия нитро называется, ушко. Короче, где я пропадал? И я занимался институтом, можно так сказать. Сессия на носу, да и т.п. Работал, ну, по крайней мере, сессия еще скоро будет. Так, а я еще ничего, получается, не сдал. Ну, короче, учусь, все, и на смотрю, не было времени, не было что снимать. Ну, короче, отговорки. Так, блин, а тут пацанов троих, я не понимаю, что меня только так заносит, а? Можно мне F6? Вот, кстати, добавили ежедневные задания. Нет ежедневных заданий. Настройки игрового мода. Можно мне менять погоду и просто вот так сделать? И только прорисовку сделать нормальную? Надеюсь, у меня лагать не будет. Насколько ема быстро вода уходит, если честно? Надо еще где-то ездить заправляться. Называется, все сейчас ищут бизнесы и т.д. и т.п. А я просто поехал работать. Ну а чё? Могу себе позволить. Ну блин, то, что СВА стоило 14 миллионов, а мне только дали 8400. Да? Это же все пока... Да, только СВА заменили. То, что у меня было. Вот это прям, ну такое. Думал, Е30 куплю. Думаю, 100 штук. Ага. Сразу приехали, раскупили. Короче, ясно все. Я думал, блин, Е30 добавят, как другие, типа, нелимитированная, это еще лимитированная. Ну, типа, как лимитированная, 100 добавили, больше не будут. Ну, короче, надо идти искать на БУ, может, будет там. Так, а мы приехали на пожар, только где он, скажите мне, пожалуйста. Бочки, там на бочке уже всем насрать, я вижу. Так, что просто... А, вон, вижу. А, типа, ага, если у тебя закончился огонь. Ясно. А где пожар? Или его потушили уже? Короче, если у тебя закончилась вода, ты можешь запросить себе огнетушитель. А-а-а. Ясно. Короче, чувствую, сейчас я не поработаю, потому что все работают. И надо быстро ехать на другую оконку огня. Она тут, по идее, сбоку. Да, вот здесь. Я надеюсь, тут не потушили, хотя бы... Да. Хотя бы, чтобы немножечко посмотреть, что там. Есть огонь? Нет. Хотя бы тут поработать медиком, посмотреть, что платят. Надеюсь, наверное, нормально платят, потому что инкассаторы уже задолбали. Нету огня. Нету. Ясно. Короче, что там писали? F6 запросить актуальную инфу. Ага, ясно. Это где она? Где она? Еп. Ясно. Мне просто нравится, все ездят на дорогих автомобилях, смотрят там бизы и т.д. и т.п. А я шо? А я на КамАЗе. Могу себе позволить, как говорится. Во-во-во-во-во, пацаны. Появился пожар прямо возле меня. Надо ехать. Я же пожарник, ё-моё. Я всегда мечтал быть пожарником. Короче, здесь по домам ничего нету, да? Быстро проехать по этих этажиках. Да нет, тут всегда, блин, все свободно, теперь все занято. Либо все скупили, либо рели тут нечего, просто нечего. Да, блин, нифига не было, все. Короче, где-то здесь пожар был. А, нафта. Нафта горит, но это опасно, я скажу. Во-во-во-во-во. Как долго оно тушится, мне интересно. Так, и что оно пишет? Просто пропадает? Ясно.
Красавчик, поработал. Офигенно. Обожаю. Короче, я просто вижу свое везение, я понимаю, что уже мы не поработали ни... А вот еще амуниция горит, сейчас патроны, сейчас как повзрываются. Конечно, блин, а... мигалку. А там же вначале не писали, что мигалку надо врубить. Что за фигня? Вот это пацан уже на E30, да, я вот даже... мажор. И ну просто сейчас, пацаны, золотая жила, можно сказать, видос, это что стоит на БУ во время обновления. Вот все, все, что я могу сказать. Ничего не словило, так что мне еще надо поехать без мигалки поработать в этом. На больнице. И все. Ну там, блин, просто не писало, что мигалки типа надо врубить. Не бомбит, короче, поехали. Может, мне просто интересно, сколько Rolls-Royce стоит. Лимонов 30 или меньше? Давайте мы сейчас посмотрим, сколько Rolls-Royce стоит. Поедем в ЛС, поработаем еще так же, как и это. 35. Конечно, бля. Не успел. Я не собирался его покупать. Нам не надо просто. Что? И знаете что? Конечно же, меня кикнуло. А как по-другому вообще? И конечно же, здесь нету ни хера, да? Как всегда. Ну конечно же. Конечно же, все уже раз купили. Ты что, хотел что-то купить? Да не-не-не, просто катался, я как говорю, про вас-то. Ставь лайк, если 2019 самый худший город, хотел сказать, год. А, еще да, еще дрифт 305 минут, конечно, блин. Обновление, справили они систему дрифта и т.д. и т.п. Конечно, блин, конечно. Но чувствую, пацаны, последнюю сейчас неделю будет по видосу в день, наверное, каждый день видосы, так что ставьте лайк за мое возвращение. А мы уже подъезжаем почти к больнице. Эх, покажи, стробы стоят. О, кстати, стробоскопы, пацаны, стробоскопы. Надо поехать на вот эту джетишку поставить стробоскоп. Ну давайте, ладно, поставим стробоскоп, а потом поедем уже поработаем. Ну такое, не могу я дождаться, понимаете? Надо же показать хотя бы систему стробоскопов. Не показал систему, блин, на пожарников. Больницу не показал. Ну, не купил ни E30, ни RX. Хотел, блин, купить одну R30. RX-7 одну купить для конкурса, один для себя. Одну E30 для себя, одну для E30 для конкурса. А? Фигушки. Так. Ага, ясно. Еще стробоскопы не здесь. А где? Вопрос, а где? Где стробоскопы? У меня, конечно, тупое подозрение есть, но мне кажется, оно в тюнинге. Я просто не могу... Ну, поменяли бы вот это уже здание, там, где покраска и не покраска. Блин, уже бомбит просто. Пополните ХП. Заебись. Я просто ничего не могу сказать. Давайте тогда, пацаны, уже... поработаем, что ли. И тогда уже покажу вам систему стробоскопа. Меня просто бомбит. Распирает и бомбит. А мы... А какие вушка бизнеса? Ты что, упоролся, чтобы они тут были свободные? Конечно, они же все заняты. Да, Билл Стрит. Ага. Ясно, короче. И тут занято. Короче, давайте уже начинаем эту работу вот этого медика-пидика. Оставляем житишку закрытую. Надеюсь, никто ее не взломает. Городская больница. Устроиться на работу. Вот. Нигде не написано про это. F6. Опять F6. Эвенниту. Вылечить игрока с вас 1000. Да ладно. А, вот на карте и можно вылечить игрока. И аптечку можно купить. Ничего себе. Спасено людей, но человек, величина людей 0. Давайте на всякий случай врубим мигалки вот эти. Можно капслок? Ясно. Спасибо. Так, карьер. Пацаны. Ну как это в Новый год мне не крутануть 3 раза рулетку? Ну хотя бы можно хотя бы здесь, чтобы мне повезло. 5 минут, нормально. Давайте посмотрим, кстати, на скин на медика. Он такой, черный. 50 тысяч. Ну можно мне хотя бы лимон? Ну, чтобы я не расстраивался. Ну, пожалуйста. 20 тысяч. Угу. Ага.
50, и все, последний раз, и уезжаем, пацаны. Просто уезжаем. А, я думал, мне же что-то выпало. А, не, ну, пацаны, 169 тысяч, ну, надо добить, да, да. Что за видос такой упоротый, можно мне сказать вообще кто-нибудь? Что там проехало? 75. Мне казино не хочет этот пацан. Ну дай мне 500 тысяч или лимон, или 15, я тебя стану. Все, пацаны, вот это последний раз, это точно. Я больше не буду, все. 20. Спасибо, 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 спасибо. Больше не могу ничего сказать. Так, я подъезжаю, короче, таксист, а что да, на реанимационные автомобили. Mercedes Sprinter Hoye 437. Короче, походу кто-то шел сверху, упал в карьер. И мне надо сюда ехать. Да, именно так водитель этого скоро едет. Знаете, что я, какой у меня вывод? А вот пацан лежит. Да ладно, где ты уже такую анимацию видел? Да ладно, обследовать. Фу. Еще давайте она как в Windows. А, да, я хотел сказать зеленым, чтобы заполнялось. Это было бы вообще угар. Отключена мигалка. Вы задолбали своей мигалкой. Вы ничего не говорите про мигалку. Сейчас я врублю, я ее врубал, почему она не врубается, я фиг его знает почему. Да. Такое, ну это Радмир, пацаны. Ну просто тачка с Радмиром, ну хотя бы взяли бы уже отвезти больницу. Потерпевший сознание при внешнем знаком, было определено, что высокое дневное потрясение кожи, обильное высыпание. Давайте отвезем в больницу. Ебать! А чё, он уже мертв? Такое. Так, избегайте столкновения резких поворотов. О, нифига себе. Так, а можно мигалку врубить? Ну чё она не врубается тогда? Капслок. Давайте еще звук, может, подкрутим. Не знаю. А можно, соответственно, а как врубить мигалку? Ебать тут анимаций. Кстати, анимации добавили, да. Иду их дольше сигналить просто. Может. А, кстати, пацаны, еще систему пневмы добавили. Точняк. Надо еще заехать пневму на детишку поставим. Ну, короче, не закрывайте этот видос. Мы сейчас поедем еще пневму поставим. Куплю срочно цена C4 Point. Не понимаю, срочно, срочно. Потому что, наверное. Вот не понимаю этих игроков, которые пишут, типа, срочно, срочно, не понимаю. Они что, ее уберут, или не знаю, или тебе надо заехать на ЕКХ похвастаться, что у тебя Е30 или что. Просто переплачивать столько бабок, я не понимаю. А можно мне? Мне, блядь, одно предупреждение, сам напоминает пипец, эти выговоры. Ну! Пацаны, как врубить мигалку? Выключить звуки транспорта. Включить звуки транспорта. Ясно. Просто звук пропал. Просто обновление с патрон. Да просто они все баги пофиксили. Я ничего. А. Ага. Сбрасываем газ. Звук появляется. Нажимаем на газ. Он пропадает. Вот это так. Системка. Нифига. Система ниппель, я бы сказал. Ну можно мне мигалку? Как ее врубить? С ПГВРом просто чувствую, которые нифига не могут сделать. Я не их не обсираю, так что не надо, пацаны. Ну просто G нет. H нет. Tab нет. Капслок может. Ясно просто. Просто ясно. Все, скидываем. Нихера себе, 96 тысяч. А вы понимаете, это очень прибыльно, кстати. 96 тысяч. Дай боже, я бы сказал. Типа я потом могу поехать забрать, а могу сейчас. А, подожди, а где я нажимал? Вылечить игрока. Чем выше ранг. А, или она мне написала. Гоша. Гоша. Гоша! Блять, а как ее врубить? Может выйти и зайти обратно?
Ого. Во! С новым годом! Просто ясно, просто. Блять, еще на E30. Обязательно включить. Нажмите на гудок. Это значит я ступа, но вряд ли. Так. Там, пацаны, кто-то вот втопился. Так что давайте доедем к нему и посмотрим, что там мне дадут. Не, ну 96 тысяч за работу этого. Нормально, нормально. Но мы еще, конечно, это обследуем в видосе в следующем. Так что. Да. Так что я не буду ехать к этому пацану. Так что сори, извиняй. Мне надо поехать Именно так надо делать, чтобы вернулся, да. Там стаж мой, опыт пропадет, да вообще пофиг. Мы в следующей серии поработаем, короче, но... Ебать, она громко. Можно мне потише? Вот, спасибо. Короче, мы сейчас поедем, поставим на нее пневму, стробоскопы, и посмотрим, как это вообще реализовано на смотре. Ну, пневмы, стробоскопы, работа медика. Где-то я уже это видел, да, пацаны? Радмир не попахивает просто. Смотрю. Ладно, не буду обсирать. Дополнительное оборудование. Лимон? И 500 тысяч? Ну, пожалуй, стробоскопов я откажусь, а вот гидравлику надо поставить хотя бы. Ну, блин, хотя бы что-то вам сегодня показать, не знаю. Ну, просто это... Пипец. Так. Это стандартная гидравлика, окей. Я за это 500 тысяч заплатил? Чтобы она такое прыгала? Хэштег смотря, верните мои деньги. Не, ну, за то, что вот так... Бля... Но это пипец, пацаны. Я просто ничего не могу сказать. За то, что она просто вот так прыгает 500 тысяч. Просто no comments. Короче, пацаны, на этом все. Ставьте лайк, если вам понравился данный видос. Пишите комментос. С вами был Эван. Всем удачи, пацаны. И всем пока. А я пошел дальше бомбить видосики. Да, ну это, блядь, за это 500 тысяч, пиздец.